Я играю на акустической гитаре. Акустик гитар чалыйорум. Нравится ли вам электрогитара? Электрогитары север мисин? Саксофон играет красивую музыку. Саксофон гюзел мюзик япар. Концерт начинается в 8 часов. Концерт саат 8-де башлыйор. В оркестре есть струнные, духовые, деревянные духовые и ударные инструменты. Bir orkestrada yaylı, üflemeli, nefesli ve vurmalı çalgılar vardır. Оркестр играет симфонию. Bir senfoni bir orkestra tarafından çalınır. Я учусь играть на барабанах. Davul çalmayı öğreniyorum. Новый музыкальный магазин предлагает уроки игры на гитаре. Yeni müzik mağazası gitar dersleri veriyor. Она любит петь. Şarkı söylemeyi seviyor. Когда я был ребенком, мои родители давали мне уроки игры на фортепиано. Ben bir çocukken anne ve babam bana piyano dersleri verdiler. В каждой культуре по всему миру присутствует музыка. Dünyadaki her kültürün müziği vardır. Волынки пришли из Шотландии. Гайда İskoçya'dan gelir. Гитара может играть романтическую музыку. Гитарла романтик музык çalınabilir. Музыкант, который играет на пианино, называется пианистом. Пианою çalan müzisyene пианист denir. Карнеги Холл является всемирно известным концертным залом. Карнеги Холл дünyaca ünlü bir konser salonudur. Рок-музыка началась в Соединенных Штатах. Рок-музык Birleşik Devletler'de başladı. Когда музыканты собираются вместе, чтобы играть, это называется jam session. Müzisyenlerin bir araya gelip çalmalarına müzik dinletisi denir. Мне очень нравится слушать флейту. Flüt dinlemeyi seviyorum. Он скрипач. О, bir kemancı. Группа музыкантов, которые выступают вместе, называется оркестром. Beraber çalan bir grup müzisyene müzik grubu denir. Сколько песен у вас есть на вашем iPod? iPod'unda kaç tane şarkı var? Раньше я слушал музыку на компакт-дисках. CD'lerden müzik dinlemeye alışıktım. Это моя любимая радиостанция. Bu benim favori radyo istasyonum. В этом клубе по вечерам в выходные дни играет живая музыка. Bu kulüp hafta sonları canlı müzik yapıyor. Мой брат находится на гастролях со своей музыкальной группой. Erkek kardeşim grubuyla birlikte turnede. Моя работа заключается в организации концертов. Konser kurma işi yapıyorum. Нам нужен кто-то, кто бы играл на бас-гитаре в нашей группе. Müzik grubumuz için bas gitar çalan birine ihtiyacımız var. Я ищу микрофон. Bir mikrofon bakıyorum. Эта гитара нуждается в настройке. Bu gitarın akort edilmesi gerekiyor. Диджериду — австралийский инструмент,
созданный тысячи лет назад. Диджериду binlerce yıl önce oluşturulmuş Avustralya'ya ait bir müzik aletidir. На диджериду играют так же, как на трубе. Диджеридую тромпет gibi çalıyorsun. Актеров театра иногда называют драматическими актерами. Театродаки актерлер театрожу olarak anılırlar. Выступать в живом театре сложнее, чем играть в кино. Canlı tiyatro oynamak, sinemada oynamaktan çok daha zordur. Я нервничаю, когда выступаю перед аудиторией. Seyircilerin önünde oynarken geriliyorum. У нас репетиции каждый вечер на этой неделе. Bu hafta her gece provamız var. Я прохожу прослушивание на главную роль. Başrol için seçmelere katılıyorum. Мы увидим нашего друга, который играет в пьесе. Arkadaşımızı görmeye oyuna gidiyoruz. Хотели бы вы пойти в кино со мной? Benimle birlikte sinemaya gitmek ister miydin? Давайте купим попкорн до того, как фильм начнется. Hadi, film başlamadan önce patlamış mısır alalım. Почему бы вам не приехать ко мне домой и посмотреть фильм? Neden evime gidip bir film izlemiyoruz? Я порепетирую с тобой твои слова. Senin repliklerini seninle birlikte prova edeceğim. Студия нанимает звукооператоров для нового фильма. Студио yeni film için ses teknisyenleri alıyor. Ведущая роль в пьесе требует умения петь и танцевать. Oyundaki başrol şarkı söyleme ve dans etme gerektiriyor. Я надеюсь, что эти уроки актерского мастерства помогут мне стать актером. Umarım bu oyunculuk dersleri oyuncu olmama yardımcı olur. Мой брат пишет сценарий для пьесы. Erkek kardeşim bir oyun için senaryo yazıyor. Эта женщина – звезда телевизионного шоу. O kadın bir televizyon şovunda yıldız. Я не думаю, что он хороший актер. Bence o iyi bir aktör değil. В этом фильме были отличные спецэффекты. O filmin harika özel efektleri var. Я не люблю фильмы ужасов. Korku filmlerini beğenmiyorum. Этот фильм был ужасен. O film berbattı. Вышел новый фильм о Джеймсе Бонде. Yeni bir James Bond filmi var. Она модель и актриса. O bir model ve oyuncu.